Доброго дня. У нас сьогодні відбувається знищення знарядь лову, заборонених знарядь лову, які були вилучалися нашими інспекторами, по яким уже є рішення суду щодо конфіскації цих знарядь лову, а також відповідно до актів безхазяйного майна, по яким уже пройшов рік після того, як вони були вилучені. Знищення знарядь лову буде відбуватися комісійно, як це відбувається завжди. До комісії входять представники виконавчої служби, також державної фіскальної податкової служби і департаменту фінансів Одеської міської ради. В нас сьогодні планується знищити в Одесі самій це сітки у кількості 124 одиниці, ятери 12 одиниць, драчі 261 одиниця, вудки 3 одиниці, а також інші знаряддя лову в кількості 8 одиниць – це хватки, пауки, сачки та інше. Також сьогодні ще буде відбуватися знищення знарядь лову у місті Білгород-Дністровський. У нас там є Білгород-Дністровський територіальний пост, там також буде проходити знищення знарядь лову. Друзі, ну от поближе, поки вони всі лежать, що з 10 сіті, я вам їх покажу, цей об'єм. От вони. Спросим сейчас у Володи. Володя, подскажи, пожалуйста, это те сети, которые мы снимали в Хаджибейском лимане? Ну, это не только с Хаджибея, тут и с севера повезли люди. Есть и хаджибеевские. И днестровские, да? Не, днестровские на другом посту, ага. Где там сдаются, в Белгороде. То есть это, по сути, это все, что касается одесского поста, да? Одесский и северный пост, там склада нет, это Любашовка, Саврань, что на Бугу там снимают. И Хаджибейский лиман? Понятно. Хорошо. Ну, вон есть рачницы, это снимались они на Днестровском лимане. Вот, мы просто снимали наши инспектора и привезли, им было тут удобнее их сдать. Вот. Понятно. А лодка откуда? Я уже не помню. Ага. Надо смотреть на кубирки. Лодка с севера. Батыр, здравствуйте. Здравствуйте. Вы приехали по моему призыву с нашего веб-сообщества все дело? Проездом. Да? Знал, что здесь, и вот думаю, узнаю, где тут, что это происходит. Спасибо. Спасибо, что приехали поддержать. Расскажите, вы тоже с нашего веб-сообщества? Да. Узнаете? А ну. Все в комплекте. В комплекте, да? А ну. О, ножичек. А ну давай. Бирочку только надо мне дать. Да. Все на месте. Новенькие, смотрите. Все на месте. Те дрочи, которые мы убирали. С Рыбаханом. Ну да. Там спрашивали, за сколько мы их продадим. Вот. Да. Ну. Говорили, что одесский Рыбаханный патруль их сейчас сам продаст и наварится на них. Оказывается, вот они, все на месте, друзья мои. Эти дрочи мы с Марией Никитиной, инспектором одесского Рыбаханного патруля, забираем в одном из магазинов. Колющее орудие лова, драч. Так называемый, который дерет рыбу, и после этого рыба умирает. То есть она может и не засетись, то есть ее могут не поймать, но то, что она поранится и не выживет, это уже точно. Так вот здесь, друзья, 261 штука, чтобы вы понимали. Сегодня в одном из магазинов Одессы вот это все было изъято. Друзья, как я уже говорил в прошлых своих видео, браконьерство – это настоящий бич в нашей стране. Понимая то, что Украина самая бедная страна в Европе, и, казалось бы, основной причиной браконьерства должно быть отсутствие возможности трудоустройства или банальное выживание, но это не так. Вот исходя из своей практики, лично участвуя в рейдах, понимаю, что основа – это неуемная жажда наживы, корыстные интересы нелюдей, которым абсолютно плевать на будущее нас, наших детей и внуков. В рейдах по Днестру, по Хаджибеевскому лиману очень много встречалось браконьерских сетей, дорогих и профессиональных. Люди, которые их ставили, точно не доедают последний кусок хлеба. И такие сети были длинными, их браконьеры связывали между собой и ставили от берега до берега, не давая рыбе ни единого шанса. Поэтому считаю, что самым эффективным способом борьбы с браконьерством – это поднятие штрафов за использование незаконных орудий лова. Нужно сделать так, чтобы браконьер даже думать боялся о том, чтобы с дрочами и сетями подходить к водоему. И вторая задача – это выбить фундамент, на котором стоит браконьерство. Это сбыт рыбы.
На данный момент дельцы, которые продают рыбу, добытую незаконным путем, имея липовую накладную с непонятной печатью, не боятся инспекторов рыбоохранного патруля во время их рейдов по рынкам и базарам. Это происходит потому, что полномочий дальнейшей проверки нет. То есть они заканчиваются на проверке наличия накладной инспекторами рыбоохранного патруля. Этими пользуются сбытчики, краденые у нас с вами рыбы. Многие в комментариях пишут о том, что увеличение штрафов повлечет за собой увеличение мзды инспекторам за несоставление протокола по нарушениям. Но я считаю, что если вы соблюдаете правила, забираете с собой не более суточной нормы и ловите на разрешенные снасти, то придираться к вам не будут. В любой момент рыбак может включить свой телефон в режим видео и снять инспектора, предъявляющего незаконные требования. Поэтому считаю, что бояться увеличения штрафов могут только браконьеры. В ближайшее время сделаю петицию на имя президента Украины об увеличении штрафов за использование браконьерских орудий лова, с учетом того, чтобы при использовании их во время нереста предусмотреть и уголовное наказание. В видео подробно опишу, как за нее проголосовать, так как у многих возникают трудности с регистрацией и входом на сайт петиций из-за того, что нужна верификация личности. То есть за петицию могут голосовать только граждане Украины. Но вот как бороться со сбытом, как выбить этот фундамент браконьерства, пока не знаю. Если у вас есть какие-то идеи, обязательно напишите в комментариях. Спину чухать, да? Да. Утилизация этих сетей уже закончена, то есть ребята наши их всех порезали таким образом, чтобы уже нельзя было их как-то использовать дальше. Там тоже уже все нормально сделано, осталось только вот разобраться вот с этими дрочами. Это делать, конечно, не очень легко, но тем не менее. Володя, скажи, а еще есть сети, которые еще не уничтоженные на складе? Наши покажешь? Только не решаются людям зарплату. Ну, те, которые мы на Хаджибеевском лимане. Хаджибеевские покажу. Склад не сильно. Решает, потому что, ну, нельзя, я тебя да. Понял, да, хорошо. Понимаю, с первого рейда, вот они связаны. Ага. Вот она куча. Ага. Вот она, бирочка. Всего 26 штук. Это мы 6.05 вот это вот снимали. А, снимаем. 6 мая, да? Вот она. Ага. Ну, вот эта вот вся стопка, это с Хаджибея. Угу. О, там есть из Хабарова, Шмарова. Ну вот, короче, они все на месте. Скажи, пожалуйста, а если, может, увидишь бирочку за 3 июля, когда мы были с тобой в ночном рейде, можно как-то увидеть? Ну, хоть примерно. 3.07. Так, да? Да, мы были 3.07 были вот в ночном рейде. Один, вот она, бирка. Вот тогда мы писали, я писал, и, по-моему, со мной... Писал Белявский. Так. Или Хабаров. Я вот не помню, кто с нами писал. Мы же тогда втроем, да, были? Вчетвером были. Ну, я имею в виду. Да, а, ну да, из Петра было трое, да. Где-то они тут. Вот часть из них, вот она. Ага. Это тот мой бесхоз. Где-то есть Белявского еще такой же самый. Это не то. И Хабарова. Так, и вот это 3.07. Ну вот, 3.07, вот Хабаров. Это Георгий, что с нами. Да, был. да. Вот ага. Она вторая. Вторая связка, да? Да. Значит, здесь получается сколько сеток? Тут 20. Да, тут 20 и там. Где она? Вот это вот? Не, вот это. Вот, вот. Тут 15, 35. 35 сетей, да? Да. Понятно. Что на месте? Надо было костюм. Так, у нас ак есть, там надо их дать на утилизацию. Я понял, а если на вот так на огонь зашли... Хочу подякувати небайдужим громадянам з вайбер-групи «Все для кльову», для те, що вони допомогли нам знищити заборонені знаряддя лову. Дуже вам дякуємо і чекаємо на наступного разу. Дякую вам. Ну що, хороше мероприятие. Уничтожили браконьерські орудия лова. Щоб їх не було ніколи на ріки. Щоб ми тільки внукам могли щось оставити, в конце концов. 100%. Да, вот эти дрочі, вони нужны. Ребята, скажите тоже пару слов о том, что сегодня происходило, как вам было это вообще? Было весело. Было весело, да? Позовите, будем приезжать. Отлично. Делали хорошее дело. Да. Тоже откликнулись на наш призыв в вайбер-сообществе, да? Конечно.
Спасибо, что есть неравнодушные люди, и которые могут прийти в ответственный момент и помочь. Спасибо вам. Спасибо и вам. Что не, то, что, не то, что есть там диванные такие у нас ребята, которые много пишут, а мало делают. А вот есть реальные ребята, которые пришли и помогли. Шоу, да, да, да. Час времени и все, и порядок. Да, да, все правильно. Познакомились и пообщались, да, и да. Поработали. Спасибо. Друзья, вот так заканчивается наше видео. Надеюсь, оно было полезно вам. Вы действительно увидели, что никуда сети не деваются с Одесского рыбоохранного патруля, что они учитываются, хранятся в положенное время и потом утилизируются. Поэтому желаю каждому из вас также участвовать в общественной жизни своего города, своей области, Украины нашей, чтобы жизнь становилась все лучше и лучше, и мы были все счастливы. Счастливо. Встретимся на рыбалке. Пока.